в этот жаркий сентябрьский день. Что сегодня 27-й, по-моему. Не мог я не удержаться. И приехал на азиатскую часть. В любимый Кадикой. Район Мода. В свой любимый чайный сад. Вот он. Чайный сад. Народ спокойно сидит. Чай пьет. Тепло, хорошо. Мраморное море перед нами. Яхты. Вон марина. Яхт-клуб. Тут спуск вниз. Там огромная прогулочная зона. И стадион большой. В общем, чайный сад. Очень рекомендую.